Я только за то, чтобы оно стало концом войны. Не станет. Ну, когда человек параноик правит такой большой страной, он не станет, понимаете, вы ничего не сделать. Логики нет здесь никакой. Перемирия как такового нет. Это не перемирие, и перемирие с сепаратистами, с экстремистами не может быть вообще, как такового. Поэтому я считаю, что это просто оттяжка следующего этапа войны. Ну, я не знаю. Посмотрим. Время покажет, я считаю. Навряд ли. Пока Путина не уничтожат, Путин не отступится. ДНР, ЛНР хочет независимости. Я думаю, народ Украины на это не пойдет. Поэтому как бы, перемирие не имеет, ну, имеет смысла перебазироваться, какие-то войска передвинуть. Но сути не решает вопрос. Конечно, договоренности нет, чтобы вводить перемирие. Сложно сказать. Но, возможно, оно еще продлится определенное время. Не знаю. Это не надо, в первую очередь, я так считаю, террористам. Если они уже намерены отсоединяться, они это неоднократно заявляли. Я считаю, это перемирие нужно для того, чтобы они перегруппировались и начали с новой силой атаковать. А у нас будут гибнуть люди. Это основное, наверное, на сегодняшний день. Это мир. Перемирие, это все, я считаю, это все хорошо.